Подобные ярмарки у нас проходят 3-4 раза в год. Это благодаря примарии нашей, архитектурный отдел, информационный отдел, торговый отдел, заместители все, все, кто принимает участие в этом, все, кто нам помогает, мы от лица всех наших пчеловодов, нашего общества, мы выносим благодарность, потому что мы уже много лет работаем, много лет они нам помогают, и в другой раз даже приглашают нас, когда есть нужда и когда нам нужно. Мы очень довольны, потому что такое мероприятие обычно стоит денег, надо оплачивать. А мы всегда делаем, мы выходим на эти ярмарки, никогда не платим ничего. За нас все расходы несет примария. И, конечно, мы очень благодарны. И мы хотели бы, чтобы и дальше с нами работали, чтобы и дальше мы могли показывать то, что мы имеем, и что наши пчелки могут производить, чтобы люди наши могли принимать участие, чтобы люди могли пользоваться этими продуктами, потому что эти продукты приносят только пользу, потому что это все натуральное. Здесь нет химии абсолютно никакой. И пчелы дают не только мед, а дают очень-очень много побочных продуктов еще, которые фактически для любой болезни, для ребенка маленького и для взрослого человека подходят. И никогда ни ребенок, ни взрослый не будет иметь аллергии, потому что то, что есть у нас, все, кто мы здесь стоим, у всех натуральные продукты. Насколько важна для вас такая поддержка? Конечно, для нас очень важна эта поддержка, потому что мы, пчеловоды, вообще не защищены никем. Я не знаю, как в других городах Молдавии, как по районам, но наша примария действительно нас очень сильно поддерживает, потому что представьте себе, нам надо выходить и каждый раз платить 400-600 лей за каждый день. Это не маленькие деньги. Мы не зарабатываем миллионы. Потому что человек, пасечник, который производит натуральную продукцию, в нынешние времена все знают, особенно последние 3 года, а этот год нас просто добил, и пчелы погибают, и не было нектара в природе, не было дождей, была засуха. Поэтому продукции, конечно, очень мало, но эта продукция очень ценная. И то, что делали нас в примарии, это очень важно. И мы бы хотели, чтобы и нас и дальше не забывали, и приглашали, и предоставляли нам эту возможность, чтобы мы могли выходить. И желаем всем здоровья, чтобы все были здоровы, чтобы и приходили, и брали, и кушали наш мед, и наши пчелопродукты.